Следующий вопрос. Что такое мерцательная аритмия? И как с этим бороться? Потому что, ну, многих это беспокоит на самом деле, у кого проблемы с сердцем. У меня у самого была такая мерцательная аритмия, там у моего отца. Вот как с этим бороться? Что это такое? У меня нет информации. Нет, информации не идет почему-то. Не Тоже нет, идет. прям пусто, прям пустота, даже вот зацепиться Хорошо, не на давайте что. не разбираться, что это. Мы, в принципе, знаем, что такое мерцательная аритмия. Чем человеку можно помочь? Вот скорое лекарство какое-то, какое У меня есть? идет дыхание, что-то как-то Дыхание. задержка дыхания, прям как будто человек за нос держится, и вот прям и задержал дыхание, что-то вот такое мне показывает. Задерживать дыхание нужно Да. на вдохе или на выдохе. Это важно очень. Сейчас. На вдохе. На вдохе На нужно вдохе. задерживать. Так, Да, вдох, насколько... вдох. Хорошо, вдох. Вдохнул человек. Да. На какое Задержал время... дыхание. На какое... На сколько секунд? 30 секунд. 30 секунд. Выдохнул. Сколько таких циклов нужно сделать? До 10 раз. До 10 Здесь раз. у меня идет 10-15. 10-15 раз. С Угу. какой частотой такую процедуру делать? Пока не восстановится сердцебиение, верно? Да. Пока не восстановится сердцебиение. Да. Хорошо. У меня идет информация, что есть специальные техники, которые убирают эту аритмию в считанные секунды. Так, какие? Что? Эта техника, она также скрыта от людей. Так. Человеку просто необходимо подумать о том, что а если не дышать, а если не дышать, и вот расслабить свое тело и как бы задерживать дыхание на чуть-чуть. Еще уходить внутрь себя, расслабляться, как будто человек тонет, куда-то проваливается вниз. И настолько расслабиться, что постараться как можно меньше дышать. Поверхностное такое дыхание. Поверхностное дыхание. А вырабатываются определенные в этот момент в организме. Все санитары вступают в работу, исцеляются любые болезни таким образом. То есть эту практику необходимо делать каждый день. То есть человек как бы дышит поверхностно, нет глубоких вдохов, нет глубоких выдохов, и есть задержка в дыхании. То есть в этот момент все мысли убираются, и человек уходит только вглубь своего дыхания. Это очень сильная практика, очень Дима, мощная. и у меня опять показывает фокус внимания на этот сундук, рюкзачок сзади. Рюкзачок Оттуда сзади. идут резервы, да. Вот при вот этом дыхании Понятно. А дыхание, активизируется, да, да, дыхание сигнал. Это дает сигнал твоему сигнал резерву. резерву, Да, 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 да. да, понятно. Ага, все. Задержка дыхания, это же не естественное состояние. И идет Понятно. как будто стресс для организма, и резерв поступает из оттуда, с этого Все. вот сундучка Это изделия. код-пароль для Да. открытия сундучка сзади. Да. Он Рюкзачка, открывается. энергетического твоего банка. Угу. Угу. Да. Все, отлично. Супер. Интересная информация. Будем дальше в ней разбираться, а люди пусть тестируют это Надо дело на попробовать, себе. да. Да, мы будем тестировать, и пусть люди тоже тестируют, кому это будет интересно. Пусть дают нам обратную связь обязательно.